Отношения с Монголией входят в число приоритетов нашей внешней политики в Азии. И выведены на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Что касается торгово-экономических связей, то они развиваются успешно. За январь-июль этого года товарооборот вырос на 21%. Худалдаатинскийн хамтаачлага маань амжилттай хөгжиж байгаа. Тухайлбал энэ оны эхний 7 сарын байдлаар худалдааны эргэлт маань 21% нэмэгдсэн. Мы подготовили, практически завершили работу по
временному торговому соглашению между Евразес и Монголией.